Привет, с вами Саня. Сегодня у нас вот такой вот пакетик, который я уже распаковал, так как я не знал, что здесь находится. Оценили его в $6, вес 2 грамма. Шла у нас 15 дней, эта посылочка. Есть вот такой вот ножик в таком вот маленьком чехольчике, который, кстати, такой вот коричневенький и как будто кожа, но это не кожа, а китайская подделка. Давайте перейдем к ножику. Ножик вот такой вот маленький, который вообще не держится в руке. Вот такая на нем вид веревочка, чтобы ножик никуда не падал. И лезвие. Лезвие очень тупое, им вообще ни во что невозможно резать. Но есть только вот этим краешком. Давайте теперь посмотрим, порежется или нет. Давайте сначала слабым нажатием вот так вот надавим слабенько. И вообще нет результатов. Теперь давайте попробуем сильно надавить. И результаты есть какие-то, но не очень. Но все равно порезало. Вот такой вот у нас ножик на сегодня. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем!